Бедный домик уже разваливается. Смотрите, уже стены какие подкошенные. Ксюша рисует слайм в баночке. Ты придумываешь свои дизайны? Будет пахнуть сладкой водой. Сладкой водой. Домик еще хотите оставить или нет? Да. Точно? Да. Всем привет, ребята. Доброе утро. Ой, сегодня первый день в школе. Не вижу я никуда никого. Маргоша. Вчера спала в домике, сегодня на кровати. Марго. Доброе утро. Уже домик разваливается. Склеивается. Скотч плохо держится. Не могу туда пройти даже. Доброе утро. Просыпаемся, девочки, в школу. Ты будешь отсюда вылезать когда-нибудь? Давайте встаем. Школа сегодня. Давай, выползай. Доброе утро. Началась школа. Теперь надо рано вставать. Две недельки отдохнули. Да. Нормально. Но быстро пролетело. Солнышко встает. Мама, где Шура? Я не чего? Тапочки. Давай, неси тапочки. Тапочки. Да. Доброе утро. Детвора проснулась. Каролин, долго спишь ты? Ты за Соня? Соня, за Соня. Сейчас будем завтракать. Как дела? Хорошо. Это самый лучший день в мире. Самый лучший день? Мы кушали эти булочки, но я не выиграла. А, сегодня вы эти булочки кушаете? Мне. Она три купила. Курточку надо постирать. А что сегодня такого хорошего в школе? Чем занимались? Нет, умная. Не знаю, почему не учились. Не учились, наверное, да? Учились? Ну, так себе. Соскучились все, да? По математике мы делали только игры. То есть игры с математикой. Потом у нас... Сначала мы делали что-то для электроники, шпряха, так мой папа туда поехал. И потом мы делали математику, то есть игры. И... Домашку не задавали? Потом, да, а, ну у вас же нет домашки, забыла совсем. Потом у нас была музыка. Музыка? Музыка. Маргуш, давай, доедай, тебя там ждут. Я маму не брал, пропахнули. Выброси бумажечку. Нет. Нет. Мама, я болею. Пока. Карточка. Мама. У тебя спорт? Да.
Филипп, хорошо. До вечера. Маргоша, тебя подружка ждет. Капуша. Вечно все тебя ждут. Все, пока. Мама, меня завтра не почитали. Хорошо. Все, до свидания. Пока-пока. Ух ты, во что играете? Папу чего? Ку-ку. Бедный домик уже разваливается. Смотрите, уже стены какие подкошенные. Тут уже все расклеилось. Не знаю, то ли его отремонтировать, то ли его уже убирать. Маргарита не хочет убирать. Ей очень нравится. Ей нравится там спать, потому что она говорит, такое, когда она там спит, такое ощущение, что она спит в своей отдельной комнате. Ку-ку! Если она его не хочет убирать, то мне кажется, нужно убрать вот этот тоннель. Оставить домик, только вот эту часть убрать, потому что она очень мешает, прохода нет. И оставить там вход, и все. И обратно его и заклеить, потому что стены расклеились уже. Все. Скотч у него такой слабенький, странный. Не склеивается. В общем, девочки придут со школы, потом мы подумаем, что сделать с этого. Слушай, чем занимаешься? Единорог, ты слаймы рисуешь? Ксюша рисует слаймы в баночке. Ты придумываешь свои дизайны? Какой у тебя цвет? Должен быть розовый? Розовый и желтый? А я тебя потом научу, как смешивать цвета. Ты в Лего играешь? Гарри Поттер? Все, с вами нарисовали. Смотри, теперь берем вот так вот. И теперь мы будем... Теперь мы будем смешивать. Видишь, она смешивается. Вот так вот. Подожди. Я знаю, как надо делать. Надо так. Нет, надо по горизонтали, чтобы не смешались. Не вот так вот, а вот так. Ты добавишь блестки? Это блестки? Вот такой вот у нас слайм юникорн получился. Кому нравится, покупайте. Кому нравится, покупайте. Я хочу такой слайм. Кэнди. Fluffy slime unicorn. Будет пахнуть. Сладкая вата unicorn. Будет пахнуть сладкой ватой. А еще вот такой вот Ксюшка сделала. Fluffy slime. Fluffy slime тоже. Там будут такие добавочки. Так, делаем новый. Окей. Все? А второй слой? Окей. Что ты собираешься делать? Давай вот эту вот уберем, она вам проходить не дает, Маргош. Марго. Хиса, баси, масины. Ты будешь мюзикли снимать, что ли? Ты неправильно делаешь. А как? Я не умею. Маргарита. Лично, маси, масины. Давай отклеим вот эту штуку. Хиса, маси, масины. Вот эту часть снимем. Подожди, сначала... Домик еще хотите оставить или нет? Да. Точно? Да. Тогда вот этот коридор надо убрать. Зачем он вам нужен? Картончики еще можно оставить, чтобы взять полочки. Музыка! Почему? Мы только это уберем. Нет! А другой домик оставим.
Беру. Бери стул отсюда. Сейчас будем его немножко переделывать. Он упал весь, смотри. Надо заново заклеивать. Со стола все надо убрать, он перевешивает. Да, сейчас я иду. Часики. Вот моя кровать. Моя пижама. И вот. Да. А тут я не знаю, что я еще поставлю. Пойдем, Маленький. Да. Че? Покажи мне. Отдай часы. Девочки, все, давайте спать. Часы. Тебе не нужны часы. Уже завтра. Давайте, уже 9 часов в школу. Тиши, тиши. Тиши, тиши. Тиши. Тиши тебе. Ты уже не хочешь там спать? Нет. Нет? Не нравится? Не нравится. Ну все тогда. Маргарита, ты там сколько будешь спать? Марго. Годика 3-4. Давай все, ложись спать. Ксюнчик, все, спокойной ночи. До завтра. Все, пока. Давай, уходи в свою берлогу. Ты как в берлоге сидишь. В своей. В своей пещере. Давай, пока. Все, пока, ребятки. Пока, ребятки. Давай, уходи. Мама, включи мне фонарики. Фонарики? Зачем? Да, проверим. Раз, два, три. Елочка, не гори. Я потом выключу, когда ты уснешь, чтобы всю ночь не горело. Все, пока. Пока. Все, спокойной ночи, Ксюнечка. Мотай часы. Зачем? Что я не знаю, какой. Так я тебя разбужу, зачем тебе знать? Нет, я хочу знать. Нет. Она хочет пораньше, чтобы смотреть телевизор. Нет, я заберу пульт. Нет, потому что я не хочу, чтобы... Все, я не просплю, я сегодня проснулась же. Давай, пока. Всем спокойной ночи, всем пока-пока, ребятки. Тебя не видно, ты там вся синяя. А, у тебя видно. Рубашку, перчатки. Ага. Все, пока. Я не засну, пока ты не перчатки.